Всем привет! Сегодня мы приехали с Женей попробовать половить щуку на трофее. Погодка, ну сказать... Так себе. На любителя. 4 градуса тепла было с утра, сейчас 7 показывает. Много дней дожди были. Сейчас вроде бы у нас первый день без дождей. Но он первый день и холодный. Почему сюда приехали? Потому что тут нету почти шнурков. Тут если щука есть, то в принципе плюс-минус она хорошая. Такая в районе 700 грамм, килограмма. Попадаются и 2-килограммовые. Ну, первый день без дождя. В общем, начнем с берега, а там, думаю, возьмем лодочку и попробуем поплавать, поискать щучку, если будет совсем... печально с клевом. Где-то в районе камышика попробуем поискать щучку. Ловить сегодня буду 4,20 агерой в росте 2,59. Это калипсовская такая новая палочка, она скоро в продаже появится. Катушечка Ryobi Zauberg, шнурок 0,8 Ryobi Avanti. Сейчас покажу еще. Поводочек у меня вот такой вот тоже калипсовский. Точно не помню толщину, напишу. И вот такой вот китайский с Алиэкспресса за 19 гривен воблерок. Буду его сегодня проверять. На прошлых рыбалках он неплохо выстрелил. Ссылочка он, Виталик, на воблерок, да? Виталик тянет щучку. Ну что, делаем забросик. Подачка, вот это прям вылетело. Вылетело за воблерком. Так, фрикциончик на нашей катушечке надо. Вот свечки снимаем, класс. Агера и этот воблерок справляется. Красава, да? Ага. Красава. Стараюсь вести равномерочкой его. И иногда просто останавливаю. Вот по катушке видно. Вот так вот тяну. В этот момент воблерок просто всплывает. Так, либо равномерочка, либо твич. Тут от воблера еще зависит. Первые ужеки. Ух, какая бойка. Она подымай. Хорошенькая. Красавица. Ходит под лодку. Спинг. Да. Вот так вот взяла бородой. Бородой, да? Чисто промахнулась. Проводку сделал, как ты сказал, какой? Рывками. Твичингом, да, таким? Да. Потвичил и сразу взяла на яркую, видишь? Держи, я попробую отцепить. Сейчас у меня есть там щипчики, надо взять. Нет, уж все, отцепил я. Все, ну, вот такой вот воблерок. Сейчас, подожди секундочку. Это копия на какой-то орбит, да? Ну, вот это больше, чем 110, мне кажется. Угу. Пускай.
Пускаем? Да, да. Давай, дорогая, пошла, спасибо тебе. О, ну, надо меня отписать обязательно. Поклевок пока немного, было всего две. И оба на выборке. Все-таки взяла, да? Долго взяла, она. Ой, встану. Цикадка. На цикадку, да, взяла? Да. Долго мы тут стояли, уговаривали ее. Да, под камышом, да. Под камышом, да? А ну, подними выше. А, не могу. Все, оп, ушла. Красава. А ну, покажи цикадку, на которой была поклевочка. Такая интересная цикадка. Еще на такие никогда не ловил. Вот там, да? Покажи. Слушай, иди сюда. Видишь, я говорил, надо сюда идти. Я не знаю, что тут, но. Покажи, она... покажи. Я пытаюсь поднять. Ух, какая! Ох, она тянет. Хорошая. Расслабь, расслабь, она с краешку. Расслабь фрикцион. С краешку аккуратно. Не спеши, не форсируй. Видишь, краешку взял. Вот эта блесна, которую ты сказал, должна брать хорошо, вот она и взяла. Подлодка сейчас пойдет. Якорь. Иди сюда. Вот такая килошечная. Ты так поначалу сопротивлялась? Смотри, ну чуть-чуть. Чуть-чуть, я же говорю, чуть-чуть, да? Чуть-чуть вообще, вот так вот с краешком. Хорошая такая, приятная. Давай, подруга, спасибо тебе. Вперед. Угу. Сейчас пришли с Женей перекусить в машину, попить горячий чаек. Очень холодно сегодня, после трех дней дождей. Сегодня такой почти морозный день, несколько градусов тепла. Решил собрать еще ультралайт. Это у меня Black Rock 2.13, 0.8, 6 грамм. Палочка просто огонь, я ей просто не могу нарадоваться. Ловил ее из Таврида на море. Издалека, изблизка, и окуней, и щук. В общем, палочка, я ее называю скрипочка. Поставил маленькую тоненькую струну, 3,5 грамма, крючочек. И сейчас я, наверное, поставлю вот такой вот фиолетовый фетик от Калипсо. Сейчас наживим его аккуратненько. Опа, вот так вот. Так, коробочку пока в сторонку. И все, и будем пробовать ловить. Палочка очень кидучая. Тут это Ryobi Avanti катушечка. Оп, была поклевочка. И шнурок Tiny PE 0.25 по Японии. Крок. Оу!
Ё-моё, вот это кайф. BlackRock в деле. Взяла она все-таки на деликатную снасть. Щучка, сдаешься? Красавица. Силикончика уже нет, да? Или есть? Есть еще такая килошечка приятная. Ух, какой у нее прям тигровый такой окрас, посмотрите, красавица просто. Ну что, время плыть. Ух, вода ледяная. Ой, молодец. Можно анимировать по-разному приманочки. Пока этой палочки в продаже нету. Оп, была. Но скоро они появятся в продаже уже. Это пока предсерийный. Солнышко уже почти село. Скоро темнеть уже будет. Уже где-то 3:30. Но кайф просто на такую палочку тащить щуку. В той щучке 700 грамм было. Но просто она столько кайфа дала. Давно? Давно? Ну, 30 минут, может, надо, после того, как ты позвонил. Ну, понял. Я, у меня больше покрыл. Пацака не было, не мог ее вытащить, она, блин, дурная такая. Да? И было большая? Ну, я ее вот тащу, она под лодку туда-сюда, туда-сюда. Такая же, как ловили до этого? Да. Ну, наверное, я просто не успел ее достать, ага. По виду, да, но не больше вряд ли. На этом, я думаю, мы будем завершать уже нашу рыбалочку. Почти уже стемнело. Все. Кому понравилось, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока. Сейчас покажу, что сегодня сработало. Ну, у меня сработал вот такой вот фетик калипсовский. Вот, вот его название. Вот такой вот китайский воблерок. Уже не сегодня сработали вот такие вот блесенки и воблер. Тоже неплохо работали. 14 грамм кастмастер. Женя, что это за... А я не знаю название. 5 грамм. 5 грамм, да, колебалочка? Колебалочка, она вот такая вот прикольная. Угу. Прикольно. Это цикадка, да? Цикада, 13 грамм, да. За среднюю я беру, средние. Да, тут просто много таких дырочек. Да. И вот такой большой воблерок. Это 130 или 110? 130. Да? 130. Ну, на этом, думаю, нормально можно завершить. Угу.